Три, два, один, поехали. Теперь я слева. Что тут происходит? А, лол. Ну, неважно. О. Ну, ладно. А почему плохой цикл? Он же был хорошим. Как это вообще может меняться? А, потому что мы стояли. Понятно. О, то есть можно стоять в начале тактически, чтобы себе хороший цикл настроить. Да, только как ты отгадаешь, непонятно. Но, видимо, ну, после старта... А, ну да, то есть после старта комнаты надо... Так. Через какое-то время идти обязательно. Здесь был хороший цикл. Впрочем, это не важно. Я на мастачился делать с плохим циклом. Привет, Снап. Привет, Снап. Я наверх. Угу. И стою на кнопке, пока ты не нажмешь на кнопку. Да, пока я не сойду вон с той платформы. Вот, все, можешь садить. А, ну тут это не так важно, все равно ждать. Ну, то есть я могу еще позже, то есть не спеша там. Понятно. Неважно, надо идти дальше. Точно. Пока я это все время забываю. Сразу. Есть. Ой, зря. Ой, нет. Так, нормально. Нет, одинарным, черт. Сейчас бы спешить на спидране. А, вообще так и делают, ну ладно. Ладно, расслабься, не спидран же. Wait, what? Привет, NO4. Не забудь. Ага. Черт, потеря времени. Скип, понятно, так, скип на следующем. Я вижу синюю коробку, я думаю про скип. Скип здесь. Черт. Ай-яй-яй. Да, у меня легко получается. Ну, да. А, большое сообщение от Снапа потом. Если он троллит, не обращай внимания. А, вот, могу прочитать. Ну да, что-то решил написать так, на всякий случай. Блин. Арчик, это запросто. Большинство из текстур здесь взяты из других игр. Блин.
Да что ты, ну давай жми. Сойдет. Ладно. А чё? Оу, ну рандомно, это нечестно. Абсолютно невозможно было вернуться. Прям в самой высокой точке прыжка оно прям заспаунилось. Да, я знаю, иногда он так бесит. Еще минус 26 секунд. Я на тренировке специально уходил в сложную, не в ту сторону на эти штуки. Все, мне показалось, что здесь лучше с разных сторон стоять. Меньше сбиваешься. Возможно. И если Соник убьет одного из нас, то он не убьет двоих. И то же самое про вот эту штуку. Ну, да. Добьёшь до неприятного прыжка. Можно? Нет. Это приятный прыжок. Я на нем больше не умираю. Снапу все еще не нравится, что молнии индивидуальные. Это правда. Минус 2 минуты 10 секунд. Ой, что произошло? Я перепутал тебя с собой. Ну, потому что не с той стороны появились. А. Здесь мы можем потерять запросто время. Да. Ну, это было впритык. Нормально. 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 Я понял. Сразу. Что? Но вообще я не прочувствовал. Да, телепорт и потом БД полно. Здесь надо первый экран вдвоем делать. Когда мы оба на кнопку нажмем и... Все, ты ресетишься, идешь налево. Ну такое, ну... Давай, одна попытка, нормально, все будет хорошо. Да, ничего это... страшного, ничего страшного. Я возьму сейф. Я не взял сейф. Окей, мы проходим БД. По-моему, телепорты останутся в недорешенном состоянии. Да, но сейвы лучше не брать. Сейчас ты пройдешь без смертей, смотри. Было хорошо. Да. Блин. Зараза, было приклеймы делать. А два не всегда проходит. Чё?
Ай-яй. Привет, кому-то там не успел прочитать, уже выбежал чат. Wake up. Привет, wake up. Привет, wake up. Да, снап, план такой. Но для этого Судал просто не должен брать сейв. Вообще никаких сейвов, если не брать. То есть, да, именно вот. Не то, чтобы не умирать, именно нельзя взять сейв даже. Да. И тогда, если Судал умирает, то мы просто делаем телепорты. Это плохо. Я не могу стрелять. Коллизия падения сработала у тебя, потому что видишь, так ты можно туда было. Да. Буквально. Лучше ты первым ставь, у меня там телеп. Ну, да. У меня просто платформа, ты стоишь на обоих у меня. А, ладно. Она что-то не исчезла еще старая. Что? Ладно. Че ты, врубай. А. Ага. Я поставил тебе, я хотел поставить тебе эту платформу и вернуться на ту. Ладно, не сработало. Надо без сейвов проходить. Зря поторопился. Сможешь, да. Что-то такое себе спидран. Блин, там нельзя было стоять. Не страшно, я взял. Так, давай телепорты дадим. Да, действительно. Ну, в принципе, тогда именно из-за вот этого фейла со скипом потери времени-то нету особо. Но я почти прошел это. А. Слушай, а если тактически... Ты можешь брать сейвы в Bad Apple и нет, это как-то странно. Мне кажется, если мы как-то... Зачем я этот угол сделал? Что я сейчас сделал вообще? Блин. Короче, сейчас, подожди. Надо подумать насчет этого. Почему я иду через этот угол? Что я делаю? У меня руки сами не то делают. Насмотрелся, зорды. Что-то прострато, ты ничего не понимаешь. Сараза. Привет, Слава. Да что я делаю? Ну, пожалуйста. Как же у меня нестабильны эти телепорты получаются. О, прошли. Черт, отвлекает, когда вдвоем. Куча вспышек. Ну да. Ладно. Да. Если бы можно было телепорт протащить сюда, можно было бы телепортаться сквозь стену и проходить этого босса без всего.
Я так и не понял, как телепорт протаскивать. Ну, в смысле, я понял, что это почти невозможно. Что я делаю? Там нельзя стоять, черт, я думал, там можно встать. Отравлено. Ладно. Надо же где-то время потерять. А, да. Черт. Чем ты взял? Ладно. Лучше ресет, наверное, взял. Фу, все, не важно. Важно то, что я не знаю, как это делать, а тогда. Да? А я уже опять... Я умер. Да, по-моему, мы сейчас в плюс уйдем. Нормально. А-а-а! Стоп, спидран. Что? Привет, Арчи, да. Блин, все же такой неловкий. Бомба, бомба, ага. Если у тебя клавиатура, конечно, щит. О, мой бог. Го, у меня? Да, ну когда ты именно вот прыгаешь вот здесь, прям так дзынь-дзынь-дзынь. Ну, вернее, даже не дзынь, а стук-стук-стук. Дзынь. Ладно. Ничего страшного. Хорошо, что мы фейлимся в прямом смысле везде, а не распределяем фейлы между экранами в разных спидранах. Ой, хорошо, что здесь не убивает. Да ну. По-моему, ты не слегка там, слегка рискуешь. Рассчитано. Не знаю, что может пойти не так. Да как? Я вообще не чувствую, ну, то есть это не эта платформа, то она насквозь проходит. Да, лайфсегмент плюс минута. Но все равно мы идем опережение минус 1.13. Ага, то есть мы много... Ну, короче, боссы. Все, встроить надо босса. Кстати, этого босса, мне кажется, все встроеннее. Да. В тот раз первая попытка была. А в этот раз нет. Ну, я... Ну, если с первой попытки, то как бы время тогда сэкономится. Ну, в смысле... Не так сильно потеряем. Ну, ладно. Ну, типа, ну, на сбор время, конечно, тратится. Ну, да, вот на сбор мы теряем по секунд 10 в итоге из-за этого. Привет, цифры. Короче, о, здесь... Блин, я зря умер, я хотел показать новую суперстрату. Зря умер, да, есть такое. Не, вот здесь можно сразу идти, типа, налево, а не стоять в центре, а сразу налево и падать прямо в... прямо в ящик. Если мы оба так делаем, то мы собираем ящики намного быстрее. Ну, секунд на 5. Так, не завафлите вот эту фигню. Реально. Даже не боюсь сказать, что это тривиально, чтобы не сглазить, потому что это тривиально. Но вот эту фигню можно завалить, если он в метке особенно.
Нет, да, все. Ладно. Почему эти ракеты так мало выносят? Главное, чтобы они тебя не вынесли. Так? Все, теперь я думаю, что. Ну блин, ну. Это вот минус 2 минуты. Ну это зашквар, конечно, я тут даже не спорю. Ладно, сейчас будем новую страту на базу кидать. Кстати, еще одна причина, по которой можно ресетаться, чтобы даже если что-то такое происходит. Да нет, резет это пока. А что я делаю? Неважно. Она, кстати, несимметрична. Эту страту можно делать справа, но не так слева. Я знаю, поэтому и я испугался. Нет, опа. Ты. Пожалуйста! Хорошо, хорошо, что я не стал забивать и пошел все-таки направо. Да. Это правда. Ну я сам, блин, я хотел взять опасные страты, а он третью гранату тоже в меня кинул. А сейчас что? А. Оу. Нас двое, все в порядке. Отнимет лучше справа налево. Да, я. Это сложно перестроиться. Ну боже мой, ты прыгнул в огнемет на моей картинке. Видимо, разный рандом, потому что ты просто игнорировал то, что у меня было. Ужасно. Хочешь новый сейкспот в конце использовать? Нет, я воздержусь. Да, тут идти меньше, надо вот здесь встать и в угол поставить. Отличный сейкспот, гарантия 100%. Да, во время аудиоудара можно стоять по бокам, а во время Змей Горыныч, ну я не знаю, как это называется. Да, мы еще потеряли время, и теперь уже окончательно в плюс ушли. Отлично. Но мы на финальном уровне отобьем, я верю. Хорошо. Плюс, а где ты? Общее время плюс 28 секунд. Я тебя не вижу. Я есть. Ты меня видишь? Да. Ладно. О, я вижу тебя. Слушай, так, я предлагаю, ты делаешь скип первым, а я прыгаю налево. Или я умираю. First try. Хорошо. Он не очень сложный, но если мы вдвоем его делаем, то... Ну да, есть там косяк небольшой. Ресет, нормально все. Просто. Я могу пистолетом разрушить эту штуку, пока ты ждешь. Так мог бы тогда и эту мне разрушить уж. А, это не мог. Меня блокирует моя. Так. А, и эту, да. А, кстати, тут есть. Так, лучше мне с первой попытки дать туда. Давай, допрыгнуть. Да, лучше с первой. Мы восстановим немножко времени. Если я не буду тупить полчаса на этой фигне, где нормально. Но правда, это будет экономия времени именно относительно прошлого забега, но не сегмента. Меня бесит эта фигня.
вот это вот именно меня бесит, допрыг до этой платформы, из-за того, что там сверху вот эти штуки, я пока не очень все равно понимаю, как мне правильно. К сожалению, тайминги по сути рандомные. Прыгай! Ну блин. Я выбрал самый ужасный тайминг для того, чтобы специально подождал. Снизу. Возьми бомбу и пройдем. На этот раз я не забыл выстрелить, но умер. Нормально. И, кстати, ты в тот раз то же самое сделал. Да, у меня теперь традиция ходить в шип там. Самое главное, непонятно зачем, тут-то не надо на ребу сразу ломиться. Но этот сегмент стал хорошо получаться вроде. Ну он очень простой, ну хорошо, что мы не умираем. Я еще ни разу на спидране вот этот сегмент не прошел. Этот сейф конкретно. Я тоже. Нет, ну все время ты и проходишь. Я знаю. Не, ну правда у меня было пару раз, что я уже типа проходил самое сложное, но ты уже тупо. Да ё-моё, поэтому. Есть шанс. Нет. О, ну почему? Не в этот раз. Я дико туплю на вот этой фигне. О, я выжил, а я ресетнул. Неважно, все, я это просто не могу это проходить. Блин, зря я это сделал. Это экстра довки. Диагональные луки. Нет. Зачем, Камилия? Что? Надо думать. Надо было еще на экстра дот мику, короче, крученные луки сделать. Нет, у стены лучше все-таки не стоять, потому что. Не, это обманчиво, очень обманчиво. Иногда. Что? Ладно. Не нажалось, не нажалось. Черт.
первой попытки. Так, ага, ты вниз, я сейчас направо. Я слишком медленно, я что-то рассчитываю, что ты быстро, но лучше подумать. А, я, по-моему, там не могу просто так быстро, я же жду, пока ты активируешь. А, ну, ну типа, пока она еще не активировалась. Слушай, ты можешь сейчас спуститься вниз. Ну, как, на, для оптимальности. А, ну тогда мы меняемся. Ну, ну да. Ладно. Лучше не надо так делать. Да. Не в момент, когда мы еще пытаемся забег спасти. Да. Сейчас, сейчас явно не лучшее время для эксперимента. Блин, о. Без остановки очень сложно. Ох. Но я вроде останавливался всегда, или я слишком поздно останавливался? Поздно, поздно. Ага, понятно. Привет, чат. Как дела? Ой, у нас чуть больше 4 минут до конца уровня. Это чтобы в ноль выйти. Ну блин, начальное преимущество мы, конечно, растеряли. Но сам FBS 1.5 часа зато. Привет, кто там? Так. Привет, Вайдичи. Да, проеду вроде. Ну ладно. Все, вверх еду. Да зараза. Что ты давай, ну... Лучше по очереди это делать. Да, не помогает. Что такое, ну? Да как? И чё происходит? За... Последний сложный не душ. А, вначале еще надо сделать. Ну. Ок. На тебя вся надежда. Я и так не верил в это, что... Я тоже офигел. Что-то мне не нравится эта идея, ладно. А я думал, ты поставишь. Я думал, что я поставлю. Муторно слишком. А, мы не можем? Ай-яй. Ты... Ладно, хорошо. Ну зато одним прыжком вот это все пере... А, ну ты как ставишь-то? Ты не по плану поставил. Понятно, ладно, теперь ты должен. Как-то опасненько, ладно. Где? Ладно.
Есть. Фух, изи every time не стало получаться. Так, скип. Да. Нет. О, фига ты. Норм. Но не сложно. Не скипай заставку, я сейчас пока сплит нажму. Все, скипай. Мы сэкономили кучу времени. Хорошо. Так, надо стрелять вовремя начать. Ну, блин. Это обидно, вот это вот уже обидно. Ну, рандом плохой был, главное, что жив. Да. Когда его убиваешь, все проджектайлы исчезают. Не 20 секунд, а 40. Было плюс 18. Так, все, кольца сейчас, да? Как повезет. Что? Не так это делается, ты один. Как ты умер-то? Я не пишу. Там рано прыгнул и сбился. Хорошо. Но правда это уже не так важно, потому что. Ну я думаю, что уже преимущество, которое мы сейчас взяли, уже опять все. Не-не, мы не с первого раза вот. Но у нас был с первого раза на одном из забегов. Да, ну, да, золото мы не получим, но прошлый забег был хуже. Да, 4 минуты есть. Давай вот эту победу сделаем, и норм будет. Надо еще лучше близко друг друга стоять. Стрелять. Сойдет. Но мы его убьем даже в одиночку. Кольца. Ну живее. Убивай. Есть. Так. Без прострат. Хорошо, время сэкономлено 2 минуты примерно. Сейчас. На боссах больше всего восстанавливаться надо. Мы, конечно, много, но слишком много на второй стадии потеряли, но она была просто феерично плохая. Даже и даже мы типа на первом боссе спасли больше, чем там потеряли. В итоге. Плейна страты. Как я понимаю, он по сложности как гейт. Не расслабляйся. Я расслабился. Да вот. Да ё-моё. Дурацкий плейн. Зачем я вообще про него подсмотрел? Жили бы спокойно. Чёрт. Я не могу плейн этот больше сделать.
Есть. О. Фух, отлично. Ты сейф берешь. Гейтса второго раза. Куда? Блин, ну. Но я пока только две монетки собрал. Ай-яй-яй. Три. До большого цветка дошел. Я собрал все на цветке большом с моей стороны. Черт, ну а я в конце большого цветка умер. Я монетку там собрал, но дальше не прошел. А дальше там что? Там уже только что на цеву, по-моему, да? Угу. Значит, вот та монетка, которая где хай написано, там не собрана точно. Единственная с моей стороны, ну ближайшая с моей стороны. Понял. Я закончил свою половину. Я взял где хай. Все? Все, да, посмотри. Нормально? Да, все. Быстро выделали этот момент. Ну так. Можно. Ну, мы в прошлый раз что-то зависли на последней монетке. Ну, я имею в виду для нашего забега, это быстро. Ну давай, прострата. Табличка. Еще одна, и внизу будет еще одна. Неважно. Жаль, сейчас бы красиво было бы. Красиво уже было. Ну что-то ты на медузу летел, по-моему, в любом случае. Да ладно, она же сюда рядом пролетала. Ну ладно. Сейчас платформы глючить начнут. Тихо-тихо, сейчас все будет хорошо. Что? Я... Ты не попал? Я не попал по кнопке, это не глюк по спорту. Это глюк тебя. Да. Нажать на кнопку сложно. Мимо? Вижу. Ну, кстати, точно, легче же говорить, когда наоборот я не прыгаю туда, куда надо. Это довольно редко бывает. Да. Но я могу не среагировать в таком случае. Что, вот сейчас был. Да, бьет, да, 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 началось. Ну, нету, нету. Почему-то я за резетом потянулся. Сет не поможет. Ну что ж ты, ну давай.
Да! Ты прям... Я не знаю, ладно, хорошо, если тебе нравится. Возможно, она у тебя выглядит ближе, чем на самом деле. Там, в принципе, расстояние было пикселей 40, я думаю. Это достаточно близко? Нет! О, я не попал... Я не понял, потому что ты меня раньше так не делал. Ладно. У него тайминг изменился, я не понимаю, раньше я всегда выживал. А, ты взял сейф? Нет. Я тебя потерял тут все сильно. Но ведь я ведь красный. Да, ты прав, тут все красное, я имею в виду. О! О, что за хрень была сейчас? Я твой любимый прыжок завафлил. Я тоже свой любимый прыжок завафлил. Что? Теперь я не перепрыгнул шип. Но все равно ты еще не дошел, так что ладно. Действительно. Дошел. Серебрейт 100? Да, я прошел в рамках штормпика. Есть. С первой попытки кто-нибудь хотя бы. Не я. Я, да. Так, новые страты надо не забыть. Да. Я ресетую, если оба доходим. Так, я иду. Угу. Чё, блин, что-то не так я сделал. Немного растерялся. Первый раз, кстати, забафлил это место. Кстати, не исключено, что это был первый раз на спидране вообще. Когда мы вафлили эти платформы. Не знаю, не... Ну зачем я подождал? А, ты жив, ты норм, да? Только не нажимаю заранее. Я надо нажать в последний момент. Когда я уже на месте. Да, я понял. Можно. Ждем, пока радар пройдет этот уровень. О, я могу тут ускоряться. Блин, я мог бы случайно телепортнуться в стену. Ну да. Твои зрители не увидят скипа в итоге. Ну да. В следующий раз ты проходи. Ладно, зрители, я сам еще его не видел. А, тоже да. Да, это скип. Камилия! Магнанимити! Кирби! Настоящий скип — это когда зрители вообще не понимают, что произошло. Он, да, он телепортом... Во-первых, дошел телепортом туда, куда, по идее, не надо, нельзя бы телепортом, ну, типа, не предусматривалось. И телепортнулся за экран, и там просто шел поверх уровня до конца. Блин. Что-то, по-моему, ты немножечко не успеваешь. Хотя норм. Наверное, да. Блин. Ладно. Лучше так больше не делать. Да, я всегда ресет жму здесь. Да, ну, есть такая проблема, что второй не стримит, это плохо в данном случае. А-а-а. На экране. Я, кстати, думал об этом. Можно, надо будет запустить. Ну, это не так важно. По идее, это надо запускать вообще на один стрим две картинки, ну, в идеале. Ну, блин, просто, просто, ну, потому что представь, что какой-нибудь... Сейчас, погоди секунду. Привет. Ну да, я думал, Маркус. Что, типа, можно Марио использовать, когда ты в скрина, в стрима, всё. Чё хотел сказать? А, просто представь, что какой-нибудь, ну, вообще, ну, человек просто нашел, то там на speedrun.com забег, открывает видео,
И там просто вообще непонятно, что происходит, ну типа второго игрока вообще не видно. Ну не очень. Большинство времени его видно. Нет, ну вот именно в этих моментах, то есть как бы. Одно дело, когда есть игры, где там есть непонятные скипы, но, по крайней мере, ну, ты видишь то же самое, что и игрок, а тут ты не все видишь, то, что видят все игроки. Я вообще даже не знаю, можно ли на спидран 2 видео залить, так что это все равно не вариант. Так я же говорю, нужно, чтобы на одном стриме обе камеры показывали. Ну слушай. Это я даже не представляю, как надо делать. Надо мне стримить, а тебе открывать стрим. Тебе нужно стрим. Можешь стримить на мой комп. Я уже поднимал стрим сервер. Было такое дело. Я-то не против стримить, если такое дело. Привет, не успел прочитать ник. Ну, привет. Так или иначе. Сейчас посмотрю. Что? All file sit. Да, привет. Пожалуйста, нет. Окей. First try hype! Да, нет, да. Сейф, это важно. Хорошо. Это был очень сложный краймент, понимаешь? Не знаю, я что-то так не страдал, как ты вроде. Ну, блин. Будем считать, что ты стоял в правильных местах. Ну, я правее, попало. Да, я правее был сильно. Ну, я как обычно завафлил это место. Нормально. Ты чуть упал в эту яму. Я напрыгнул, зачем ты со мной прыгнул? Я тоже не то сделал. Ну ладно. Ты все время это место. Раньше все время я проходил это место, теперь ты. Так, не делай. Да, я не буду. Чем я дождусь? Я жду, а ты раньше идешь, но цели одинаково проходит. Так. Не прыгай вниз, то мне нужно тут стрельнуть. Понял. Ладно. Так, что мне надо тебе еще включить? Вот это. Вот это. А, вот это. Ты мне не включил. Не-не-не, рано. Так. О, нет, они есть. Я забафлил first try. Этот экран вообще мне непонятен, он какой-то неинтересный, мне кажется. Ну так, какой-то действительно филлер получился. Ладно. Новые страты? Да! Ну... Да! Спокойствие, спокойствие. Поехали. Чёрт, я завафлил. Я по идее могу на ходу и направо выстрелить, но довольно тайминг неприятный. Ну, ладно. Я, кстати, делал. Ну, в смысле, ты можешь просто выстрелить на... Просто так. На отмаш. Можно. Мы играем.
Рано. Черт. Ну, другое дело. Да, мы, кстати, обычно вафлили на этом экране очень долго. Все, теперь давай другое дело здесь. 10 минут отыграешь. Нормально, еще вторую стадию нормальность. О, нет, я справа. Оу. Ладно. Так, Шан и Брай сразу вспоминай. Так, ты, они на тебя целятся. Да. Звезды целятся в тебя. Не ферст трай. Нет, прекрасно. Эти штуки очень непривычные, когда они первые, ты справа. Они по-другому проходят. Там. Я умер. А, да, ё-моё, умер. Давай, надо сделать очень хороший забег. Сейчас если быстро убьем, то будет вообще время супер. Не ВР, но офигеть, какое. Старый ВР побьем. Первого Дракулу фест трай, то есть без ресетов. Да, ну давай. Не знаю, блин. Как хочешь, короче. Как сам решишь. Если это будет самый конец, не резетый. Когда уже урон идет. Давай просто не умрем. Давай. Тем более он уже плохую атаку просто сделал. Обе плохие атаки. Отлично. Так, сложности. Вот, сейчас будет по-новому. И не будет. Мне нравится. Хорошо. Вот это мне не очень нравится. Все, мне все нравится. Ладно. Мне тоже. Бумеран. И сейчас будет шажок. Все, давай, ну надо победу делать. No choke. Сейчас сложные атаки больше. Да. Ну ты говнюк вообще, боже. О, и меня чуть не убил. Офигеть просто. Я прям меж пульт прошел. Ладно, давай. Ты справа. Вдвоем очень просто это проходить. Тебе надо было это сказать сейчас? Че? Тебе надо было это сейчас сказать? Нет, я про сюрикена. А, про сюрикена? Окей. Потому что это тоже просто. Так, да, направо. Чуть-чуть левее от центра. Как бы друг другу не мешать. Сейчас бы его фаст, ладно, неважно.
Ты жив? Да. Все, тогда убиваем очень быстро его. Есть. Есть. Давай, не умрем оба. Не умрем оба. Не умрем оба. Есть! Есть! Мы отыграли полчаса где-то. Ну там чуть. Даже нет, даже больше, чем полчаса. Офигеть! А то случайно в портал войдем и все. Нет, не вошли. Давай, блин. Все. Час 01:40. Мы старый ВР побили. Блин, нет, сам 2. Минус 33:40 вообще время. Ну, короче, блин, вторая стадия, можно там минус 5 сохранить. Короче, ну все, мы догоняем их, догоняем. Ой, только не забывай, что это 100% было, у нас они проценты. Ну. А так да. Ну все равно, ну все равно, это офигеть. Хорошо, хорошо. Фу. Ну так, да, вот, блин, можно же убить нормально последнего босса? Не, как ну, я к тому, что, ну да, то есть, ну, в итоге, все равно, то есть, можно еще улучшать, мы много где вафлили, то есть, блин, можно это улучшать еще вообще нормально, ну, то есть, не надо прям какие-то экстра страты учить, чтобы это улучшить. Ну что, может, еще один? Не, я есть хочу, я не понял. А, ну ладно. Сейчас титры тогда досмотрим. Thank you for playing. Ага. И стоп.